Насколько я знаю, будет ли помощь дачным кооперативам в виде асфальтовой крошки для улучшения у них дорог? Ведь это же наши жители ездят на дачи и так далее. Зачастую они обращаются, у нас же есть такая возможность. Совершенно верно, такая возможность есть. Мы стараемся все-таки, чтобы у нас асфальтная крошка учитывалась, хотя не без сложностей порой происходит. Но здесь я буду тоже просить и вашей поддержки для дополнительного определенного контроля, чтобы вся крошка учитывалась, пусть это будет 1 рубль 1 тонна, но тем не менее. И с вашей поддержкой мы готовы ее предоставить. Бывали, правда, моменты, когда мы крошку предоставляли, а нас потом и жители, и средства массовой информации ругали, может, и справедливо, что мы ее неправильно туда вложили. Посчитаем, какие участки необходимо с вашей точки зрения на самых напряженных дорогах уложить так называемой крошкой. Все это считается достаточно просто. 9 сантиметров снимается. Известный объем с 1 квадратного метра, почти 150 килограмм. Ну и сколько надо квадратных метров уложить этой крошкой. Все. Цифры простые. Считайте, если не трудно. А вот та, которая сейчас имеется на базе Валавтодора, она куда-то уже намечена, нет? Никуда не намечена, она просто лежит, ждет своего часа.